Больше 33 миллиардов рублей поступило в областной бюджет в прошлом году. Курские налоговики подвели итоги работы. Большую часть суммы обеспечили имущественные сборы, а также налоги на доходы физических лиц и прибыль организаций. Высоких показателей удалось достичь благодаря развитию интерактивных технологий. Новейшее программное обеспечение улучшило регистрацию и учет налогоплательщиков. Физические и юридические лица могут предоставить декларацию или узнать о своих вычетах, сидя дома или в офисе. Личным кабинетом в прошлом году воспользовалось около 200 тысяч курян и 500 организаций. Кроме того, в 2015-м изменилось и налоговое законодательство. Я сейчас говорю о новом порядке исчисления налога на имущество в Курской области, исходя из кадастровой стоимости. В 2016 году мы будем плотно работать тоже с изменениями в законодательстве, касающимися представления налоговых каникул субъектам, начинающим свой бизнес в научной, социальной, производственной сфере. И еще один приятный показатель – претензии и жалоб от налогоплательщиков становится все меньше.